Торжественно объявить мероприятие, посвященное первокурсникам, открытым. Мне хочется сегодня сказать и студентам, первокурсникам. Вы знаете, в жизни человека есть несколько, наверное, моментов, несколько дней, которые остаются в памяти на всю жизнь. И я уверен, что вот ребята молодые, студенты, они сегодня запомнят этот день на всю оставшуюся жизнь. От имени Департамента образования Ивановской области разрешите поздравить вас с Днем Знаний. Дорогие ребята, вы в этом году неплохо поработали. Вы успешно сдали единый государственный экзамен и заслужили право называться высоким именем российский студент. Добрый путь! Аплодисменты! Ну, давайте.
если учиться, то только в Ивановском государственном политехническом университете.